Так, я тебе сейчас все расскажу. Смотри, непромокаемый герморюкзак, спальник, клапан, каремат. Ну ты че? А что не так? Меня ты че лечишь? Сейчас дойдем до специалиста, ему все расскажешь. Ну что, долго еще? Ты че? Мызик что ли? Давай иди по солнцу. А что, правда он такой специалист? Все время в лесу живет. Да-да! Да! Я вижу, вы готовы! О, давай! Давай быстрее! Сейчас движ пропустим! Да, я вижу, вы готовы к выполнению нового, важного задания. Скажем так, удержание тактической высоты и ее взятие. Простонародье царь горы! Ты и вы. А что делать-то? Да ты это главное слушай штыка и делай, как он говорит. А, окей. Должны без рукоприкладства сбросить меня вниз. Халерик, здорово! Здорово! Видал, как их раскидал, да? Тренирую! Павел, откуда ружье у тебя было? А откуда ружье было? Давай, давай, сюда, нычки, сюда, давай, давай, давай. Они завалить, на самом деле. По лицу-то вообще зачем, на кой, блядь? Не, ну вообще, штык, это мы тоже могли бы... Ладно, 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 все, понятно, понятно, все с вами. Это кто? Штык, так это же специалист приехал тебе рассказывать, показывать, что экипировка тебе на тест-драйв, вот это все. Ну правильно, зачем его вырубил? Правильно, правильно. Человек шел, устал, отдыхает. Мы сейчас с группой лиц сами все протестируем. Давай, доставай барахло, сейчас будем тестировать. Халерик! Нахера ты его притащил на тест-драйв? Пикселка как пикселка, пуговица как пуговица, шапка как... Шик-шик-шик-шик-шик-шик! Да вон экипировка, ее нужно тестировать. А, ну все правильно, гермомешки и спальник. Вспышка стыла. Ага, первая неделя тренировок не зря прошла, урок номер один, вспышка стыла. Адепты! Второй урок, второй урок, второй урок. А, второй урок, правильно, пизданул, дай сдачи, молодец. Фу-фу-фу-фу-фу, сиди, все. Так, адепты, что мы видим? Спальник из ХБ. Тормостойкий. Не горит. Так, отверстие на руку, а ну-ка. Ой. Правильно, урок номер три. Что ты падаешь? Ноги что ли не держат, блядь? Урок номер три. Упал товарищ, подними. Так, ну все. Вот и пришла у меня к вам идея. Вижу здесь специальных устройства, чтобы вам сделать следующее задание. Сейчас подготовимся немножко. Все. Раненый готов к транспортировке. Марио, напомни-ка урок номер 4. В разведке все должно быть в тишине. Наставник тоже может накосячить, поэтому по уроку номер 4 в тишине все исправляйте, пока я отвернулся. Иди сюда. Я тебе вот что давно хотел сказать про лес. Лес – это как родина, понимаешь? И какой он есть, таким его любить и надо. Ты его не выбираешь. Ты просто вот родился, и он у тебя есть. Ты его любишь, и он тебя любит. А в чужой лес ты попадешь, что там будет? Ничего там не будет. Там будет все по-новому. Запахи по-новому, зверюшки по-новому, листочки по-новому. Все по-новому, понимаешь?
Поэтому свой лес, он родней, он ближе. Ты здесь в любом случае выживешь, он о тебе позаботится. Поэтому лес – это родина. Готово. О, все, так, раненый готов к транспортировке. Ага. Раненый готов к транспортировке в зоне эякуляции. Стоп. Что-то мужики мы засиделись тут немножко. В зону эвакуации. А, детальку забыл, подожди. Ну ты чё? Тихим походным шагом тащите раненого к ручью. Только тащите его к ручью необходными путями, а напрямик через лес. Тут всего-то ничего. 2 километра. А все про все у вас ровно. А, твоя мать здесь. А все про все у вас ровно 17 минут. Все, взяли, понесли. 2 километра тут заниматься, блин, далеко вообще. Вообще просто. Вы устали уже. Наказание Дроздом? Не хотят. Не, мужики, я, конечно, все понимаю. Вот это вот 4 недели выживи, вот это вот снег на завтрак, на обед, обтирание, вот это вот школа здоровья, вот у Сережи штыка. Ну, слушай, давайте уже как-то шатнем его, что ли. Как думаете, блин, сможем? Рус, ты чем вообще занимался в жизни чего-нибудь? Конечно, я боксер профессиональный среди автосервисов, юниоров. Нихера себе, Сань. Что, есть у тебя? Я вообще в карате, я черный пояс у меня, ногами до потолка машу. Штык мне поэтому погонял, такой дал. Блин, а я, короче, за Европу тянул вообще, блин, по самбо. Дим, у тебя что, есть что? Ну, у меня есть 5 детей, но я так-то отдыхаю от них. Все, мы вообще ровные. Один на один, пацаны, сможем? Сможем. Шатнуть его, да? Сможем. Да! Ой! Хорошее крепление, качественное, слушай. Что? А чё у тебя шапка по-дурацкому надета? Твою мать, а чё ж ты сразу не сказал-то? Она же у меня блинчиком обычно. Чем? Ну, блинчиком. Ну, у меня прабабушка блинчики такие готовила. Ух, я вот сам готовить не могу, но шапку блинчиком научился сворачивать. А, вот теперь, видишь, ушам слышно, голове видно. Сейчас посмотрим, на сколько секунд вы не уложились. Твою мать, пока часы найдешь, 10 секунд потеряешь. 17 минут, 10 секунд. Все, не уложились нихера. Мы тут посовещались. Один на один хотим выйти с тобой. Один на один? Один на один. Со мной? С тобой. Кто хочет, руки вверх. Так, кто следующий? Я. Ты, я, да? Да. Ты отойди в сторонку. Я следующий. Потолок. Потолок. Каратист. Каратист. Да, ноги, значит, сильные, да? Ноги сильные. 800 метров в университете прибегал первый. Первый? 800 метров 8. И... Давай. Давай. На старт. Май. Внимание. Марш. Твою мать. А, ладно, проебал, проебал. Кто еще следующий? Я. Сторонка, отойди. Ты что, самбист? Да, блин. А, ты меня будешь кидать по всему, да? Да? Ну, может, покажешь, как будешь кидать? Вот у нас правило 17 это... какое? Сначала потренируйся. Давай, вот так. Вот так. Давай, показывай пока, да. Так, что, руки сильные, да? Сильные. Сильные руки, да? Сильные. Ну, давай, сначала разминка. Значит, максимальное отжимание на кулаках. Поехали. Легко вообще. Кто кого сделает? Давай, кто кого сделает? 3, 4. Давай, ага. Ох, раз. 74, 75. 224, 225. 298, 299, 300. Красавчик. Давай. Смотри, только я усложнение сделаю. Ноги закину, ты понял? Ладно, победил. Я с тобой. Давай на руках. А, не держат руки. Тяжело, очень легко в бою. Молодец, слушай, победил. Ну давай на ногах. Руки за спину. Давай. Не поднимается, не поднимайся, ножки. Ага, ну ладно, давай, теперь я. Что ты слышишь? Плохо стало. Как ты его кидал-то? Сейчас, наверное, меня кидать бы. Теперь я тебя дорву нахрен. Не дыхнуть, не пернуть, да? Вы что думаете, салаги? Вставай. Честные драки, что ли, по-честному бывают? Ни хрена не бывает по-честному. Заняли свою позицию. Чем хитрее, чем смекалистей, тем быстрее победа к вам приходит, ясно? Переходим к транспортировочному материалу. Это что, таинственный снежок?
Это мужики! Я, конечно, ничего не хочу сказать, но у нас, по-моему, человек мерзнет в лесу. Так! Потерял своего! Правило номер 49! Отыщи обязательно! Кто первый найдет, слушайте сюда! Тому вечером ничего не будет! Ого! Все, ищем! Погнали! Ты чё? След взял. Ты чё делал? О! Работает! Да! Что? Косово! Вставай, дружище! Хую! Чего? Какой хую? Чё? Привет, говорю! Сноу! Чё ноу? Форест. Where am I? I forgot what happened пойдем, to me, I don't know. Пойдем. Ты венгр, что ли? Ты что-нибудь понимаешь, нет? Не понимаю. Я говорю, классные штуки ты делаешь. This is вот. My product. Yes. That's why I'm here. Я понял. Yeah. По-польски. Okay. Не понимаю, да, сейчас влить. На, попей, this... говорю, чуть-чуть. Хорош, не налегай. О, да, это же мой гермомешок. Отпустила. Так. А, вот инвентаризационное окошко. Вот видишь, как это, как жопа, да? Да не жопа это. Это спальник, огнестойкий. О! Вот. Ты руки достал. Автомат можешь сразу держать. Да. А если его вот так расстегнуть, согнуть, вот так вот, получается, и ноги торчат. Ты еще и ходить сразу можешь. Точно. Могу. Вот, все верно. И это даже объяснять не надо специалисту. Мы сразу все понимаем. Давай, продолжай свой рассказ. Смотри, вот это нравится. То, что можно изнутри тоже застегнуться. Получается, хлястик двойной, да? Тихо. Уже есть. Вот сейчас четко сработали парни, а? Я это задание не давал, а они сделали. Сотое задание на четвертую неделю, сами, не сговариваясь, подкрались так, что ни ты, ни я не догадались, бля. Вот они, спецназ по-русски. А? Молодцы, блин, твою мать, охренительно все сделали! Наконец-то, блин! Ты видел, а, какие черти, а? И самое главное, сейчас мы будем... Есть! Ура! Так, ну идите снега наберите, как обычно. Сейчас будем хавать снег. Сегодня у нас будет полевое походное питание. Все очень вкусно, полезное. Никто такой, никто нормальный. Нет, ничего не будет. А, водой надо залить. Ну что ж ты молчал? Ничего, пацаны, я уже забыл, как она выглядит. Вообще. Чё ты застыл-то? Давай, накидывай. Нормальная тема. Давай. Ты, как говорится, нас, мы тебя. Вот туда, да, до пенька. И там направо, вдоль заячьего говна. У него понос. Так, ага, заячий понос. Так, направо. А кто это? Да Чилдрен побежал тарелки мыть. А они же пластиковые. Холерик, никак не привыкну к той интонации. Пластиковые. Ну, пускай бежит. Разомнется заодно. О! Как? Вкусно? Ага. Жилет не сходится. Обожал свои штуки. А мне не досталось. Правильно. Даже достается только тем, кто тренируется и спит. Штык, а что они это, с головами наружу-то? С головами наружу. Правило номер одно из правил. Дыхательные пути должны быть всегда защищены. Сам знаешь, что в палатке после еды происходит. Углекислый газ, все дела. Верю. А что не спят? С открытыми глазами. А как им еще спать? Спи и бди. Одно из важнейших правил. Они наблюдают. Ни одна мышь, ни один дрозд мимо не пролетит. Можешь, кстати, вот ему прям треснуть, и он защитится. Прикинь. Точно? Да. Ну-ка, врежь. А может не надо? Чего не надо? Тут или ты... Или тебя. Давай, дай ему пощёк, давай. Понял. Давай, он увернётся. Берёжки под грудь, не побери. Я убил. Вот. А ну, твою мать, неделю тренировок, коту подход. А ну, давай теперь этому. Не надо? Давай, говорю, сейчас. Он не решит. Твою мать. А ну, тихо, потолок, спокойно, приснилось. Так, ну надеюсь, этот ГАЗ-69 не подкачает. А ну! Давай, иди сюда. Не, я сам. Твою мать! Сану подъем! Построили!
Спят и не бдят! А только пиздят, блин! Ребята, я вчера уже... Ну ты глянь, весь в меня, ебаный мать! Смотри попу Валере, пожалуйста! Я не могу на эти муки смотреть, помогите ему! Понимаешь, Гаврон, они должны были уворачиваться, понимаешь? Вот, вот смотри, вот я сплю, вот ударь меня. Ай, больно же! Все, тихо, не газуй. Марио, ты что, эвакуляция, что ли, у тебя? Совсем охренел, блин. С голыми портками, блядь, по улице ходи. А нахрена мне вообще эти тарелки? Штык же учил экономить воду. Поэтому мы и вытираем их снегом постоянно. Так. А еще Штык учил читать между строк. Ага, я один. Лес, я иду мыть посуду. Так, я один. Думай, блин. А еще ж ты говорил, что если ты один на один с медведем, то ты мужик. Точно. Я сейчас найду берлогу медведя, залезу к нему и отожму у него всю хавку. И вот для этого мне и нужны тарелки. В эти тарелки я принесу еды. Я уже иду, косолапы. Марио, ну что ж ты не предупредил товарищей об опасности, а? Я объелся. Объелся. 3 недели без еды. Красавчик. Так, потолок, глаза в глаза, смотри. Если честно, не хотел брать. Все одно хотел взять, попробовать хотя бы одно. И не хотел просить. Снялся просто, вот. Пошел и взял из серванта одну конфетку, одну. И все. Тихо ты, слышишь ты? Я говорю, тут самые большие у тебя чечи просто. Что ж ты не предупредил товарища об опасности? Отвлекся на конфетку. Значит так, придумал я вам новое задание. Да проснись тут же. Но пока я подготавливаю вам новое задание. Вы Гарварду быстренько объясняете все 99 правил школы выживания Штыка. 28! Чё думаешь, холерик? Всем страшно. Но здесь надо просто представить, знаешь что? Что где-то есть лучшая версия тебя, которая все перетерпела, все сделала, все смогла, выжила, избежала, ну, в общем, всего. И тогда ты сможешь, прикасаясь к лучшей версии себя, стать лучше здесь, в этом моменте, да? Что получается? Ты из будущего сообщаешь себе, как здесь сейчас выжить, как быть лучше, как быть сильнее, как быть хитрее, как быть выносливее. И тогда ты приближаешься туда, к будущему. А что это значит? В этой точке, когда тебе страшно, больно и некомфортно, ты представляешь себя в будущем, того лучшую версию себя, да? И тогда все вот это вот становится не напрасно. Вот представляешь, лежишь там и видишь лучшую версию себя. Тогда тебе вот это все просто как изюмчик в булочке. Хотел в Стыковске спить нас, на тебе! Хотел пожрать снега, жри! Стоп! Увлеклись немного. Нормально, как живой? Все, переходим к следующему заданию. Все, блин, в наши ряды! С горки осталось скинуть, пойдем. Все, в ряды школы выживальщиков зачислен. Ура! Телепузики.
Что за памперс, бля? Я дома так делал, Тим. За мной, говорю. Итак. Шухер, потолок летит. Тебе помочь или сам? Режим тишина! Да, молодец! Особенно ты. Сдаем петарды. С того года искал. Не, с поза того. Давайте петарды сюда. А ты уверен? Я всегда уверен. Ага, вот так, чтобы ничего не мешало. Оп, оп. Ну-ка, проверим. Ч-ч-ч. Когда вы, настоящий мужчина, не видели феерии искр, пламени и огня, то считай, что совершеннолетие не наступило. Так это же берлога! Ага, давай! Их учил не бежать от опасности, а идти ей навстречу. За мной! О, Чилдрен, а ты что здесь делаешь? Да я решил эту косолапу еды какой-нибудь подрезать. А ты что забыл? Так это ж ты к нам фейерверк показывал. Офигеть. Все, бери косолапу. Погнали, погнали. Зачем ты эту подставу с медведем ты сделал? Это не подстава, а проверка мужества. И здесь главное, знаешь что? Главное в верном направлении двигаться. Верную тактику выбрал, верное направление, двигался, все как надо. Молодец, молодец, все. Теперь спокойненько выдыхаем. Идем, спокойненько, идем. Хорошие штуки, хорошие изобретения у тебя. Все отлично, все супер. О, Гарвин, стой. Ну, почти все испытания прошел, молодец. Значит, осталось одно. Забыл тебе дать, значит, дыхательную технику. Штыгун называется. Как раз сейчас продышишься, про это все. Ты не делай. Давай, это важно. Вот так, разворачивайся. Все, теперь повторяй за мной, смотри. От груди. И чуть ускоряем. Вот отсюда. Вот, давай, давай, еще. Дышим. Еще глубже, еще глубине, еще заталкиваем. Мама, это ты? Не мама, но почти. Четвертая стадия. На четвертой фазе. Отключение, 15 минут мозг работает, потом перезагружается, и вот здесь должен открыться главный скилл. Какой? Какой? Как по солнышку выйти на мою полянку. Сообразит, значит, испытание прошел. Поляна, кстати, там. Ты еще приводи ребят, я всех прокачаю. Ага.
Так, смотри. Герморюкзак. А что ты меня смотришь? В камеру смотри. Ну смотрю в камеру. Давай заново еще раз. Отлично, отлично. Давай, давай. А так отлично, Дима, отлично. Все тачки. Пульчики. Ну ты уже идешь по протоптанной тропе, конечно. И вся вот эта команда забыла заварку. Олежка, привет. Все, идите, идите. А, холерик, ну могут когда захотят. А? Выкурили медведя из берлоги. Пробрались, отобрали прошлогодний запас курицы, он у егеря стиснул, прикинь, медвежара хитрый. Пожарили и съели, а? Ух, Русланчик, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Здорово. Чик, снова мы собрались здесь, в лесу, чтобы продолжить съемочки. А на самом деле, что сделать? Понедельник, вырваться из операционочки, да? И пожрать шашлычка. Да, шашлычка, ответственность за шашлык Иван. Прикольно. Помощник Игнат. Дима, доставай свои изделия. Прикольно, чего? Короче, ребята, такие кайфы. Понедельник! Мы месяц назад ровно собирались здесь, да? И вообще кайф. Потом. Красивая традиция. Давай, Дим, ты что-нибудь... Давай. Медведь! Стой, 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 не верю, Станиславский скажет тебе, блядь. Паника! Блядь, нечеловеческий голос. Хера себе. Давай. Раз, два, три. Медведь! Поднимай штаны. Все, вот так, давай. Да, отрепетируй. Блин. Давай, снимай. А, ты? Да, мы еще не снимали. Давай. Только, блин, надо, чтобы ноги голые были. Давай, давай. Оголяйся. Бля, самое прикольное, что у штыка тоже штаны спущены. Да-да. Давай, давай. Не-не-не. Ты что, дурак, да? Давай, давай, смотри. Ты что, экуляция? Скажу, бля. У тебя что, эвакуляция? Жена приснилась, ты потом переводишь на него, да-да-да. Она одевает, я такой, ладно, значит так. Охуенно. Давай, все. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Та-да-да-да. И шучка мы обожрались. Подожди, еще не начали. Ну что, сегодня мы очень быстро сняли все. Продолжение школы выживания в лесу. По-моему, все получилось очень даже классно. Осталось взять взрывы петард, осталось снять и все. А ну давай еще разок, холерик. Намели мы налим лениво, ловили для меня, воловили линя. Любви не меня, львы мило молили, в туман лимана манили меня. Шикарно, шикарно. Вот это уже интересно. Давай за мной. Так, ну мы снова собрались в лесу штыка. Вот, нас снова много. Мы продолжаем делать досье. Все для того, чтобы вы увидели хороший, качественный контентик. Ну что, съемки фильма окончены. Всем спасибо! Три раза мы собирались для вас, чтобы снять этот фильм. А если вам понравилось, вы, конечно же, ставьте лайкосы, комментарии, что бы вы еще хотели увидеть. И самое главное, кто кричал в лесу и куда побежал штык. Штык! Улыбайся. Ну. Нормально. Фотографируем. Давай. Ну, лучшие адепты. Из всех, что были. Смотрим.